Якутские травматологи провели мастер-класс для своих коллег из районных больниц. Врачи наблюдали две сложнейшие высокотехнологичные операции – на позвоночнике и по пластике восстановления коленного сустава. Оперативное лечение позвоночника в республиканской больнице начали делать с 2010 года. Операцию проводят, используя современные расходные материалы и высокотехнологичное оборудование. Ежегодно в республиканской больнице оперируют до 50 пациентов. В целом травматологи проводят в год почти 2000 различных операций. С 2007 года их количество возросло в 3 раза. Мы показываем, как мы научились делать замену суставов на искусственные. В этом году мы уже более 2500 операций сделали за весь период. А в этом году у нас в плане около 500 операций сделать. Больных очень много, желающих очень много, но база у нас хорошая, но коек не хватает.